Фонд Одинцовской библиотеки номер 1 насчитывает более 44 тысяч печатных книг и свыше 1300 электронных. С начала этого года зарегистрировались около 5 тысяч читателей. После перезагрузки библиотека превратилась в современный культурно-образовательный центр. Здесь можно не только взять почитать книгу, но и принять участие в мероприятиях и мастер-классах, которые проводятся на ее базе, подчеркнул глава округа Андрей Иванов.